Лето – прекрасная пора для отдыха у бассейна. Но иногда так и хочется спрятаться от знойной жары и окунуться в прохладу. Управлять погодой теперь возможно в столичном клубе ВВП. С радостью готова сообщить, что в нашем клубе ВВП появилась очень комфортная новинка. Это, скажем так, уличный кондиционер. На летней террасе нашего клуба установлена уникальная на сегодняшний день в нашем регионе установка туманоохлаждения. Система туманоохлаждения служит для кондиционирования открытых площадок, таких как эта беседка. Она способна охладить воздух до 15 градусов Цельсия. Спрятаться от летней жары можно в туманном облаке, да еще и в уютной обстановке. Вода подается в беседку непосредственно в помещении, куда она работает, через форсунки. Диаметр вот данного вида форсунок составляет 150 микрон. Это вот в 20 раз меньше диаметра человеческого волоса. То есть подаются мельчайшие частицы воды, которые распыляются, и на человека, который может просто под форсунками проходить, он не почувствует какого-то дискомфорта. Уличный кондиционер достаточно экономичен. Он потребляет всего до 2 литров воды и около 700 ватт в час. Кстати, по желанию можно установить таймер подачи воды. Например, сейчас система работает 6 минут и 1 минуту отдыхает. Система автоматизации туманообразования позволяет регулировать по нескольким параметрам. По относительной влажности, по температуре и по таймеру. В зависимости от необходимости и от задач. Задачи могут быть следующие. Это до увлажнения помещений, пылеподавление, защита от комаров, от насекомых. Особенно это актуально в летнее время года для открытых площадок. Воду для уличного кондиционера по желанию можно подкрасить, а чтобы защититься от комаров, туда же можно добавить специальное средство. Но даже при подаче обычной воды создается своеобразный барьер, при котором насекомые не могут проникнуть внутрь беседки. Настоящее чудо техники. Тем временем посетители уже успели оценить новую установленную систему и делятся впечатлениями. Уличная система кондиционирования новейшего типа позволяет себя чувствовать комфортно в беседке, независимо от жары. Защищает от жары, от пыли. Здесь свежо, прохладно. И, конечно, проведение мероприятий в таких условиях было бы очень замечательным. Кстати, эта беседка с установленной системой туманоохлаждения вмещает до 40 человек. Здесь в комфортной прохладной обстановке даже в самую изнурительную жару можно отпраздновать корпоратив, день рождения или любое другое торжество.